Здравствуйте. Сегодня я была на семинаре у Ольги Александровны. Первый раз попала на ее семинар, несмотря на то, что краниале уже пользуюсь, их препаратами пользуюсь давно. Но каждый раз хочется какие-то новые методики изучить, новый подход. И очень довольна семинару. Очень позитивный, энергичный, нескучный. Очень приятная женщина, обаятельная. Вот. И хотелось бы, конечно, побывать еще раз на разных ее семинарах. И вот она как-то в семинаре упомянула ринопластику, как можно поменять форму носа небольшими потерями. Вот хотелось бы попасть на ее семинары. Вот мои пожелания, чтобы этот семинар состоялся желательно в сентябре. Спасибо.